на ваш взгляд, именно тем, что нашего города мы улыбаемся, друг другу пришло за этим получением. Это корректировки, скажем, Наталья. И мы имеем возможность где-то корректировать. И как бы здесь и поддерживаем, но все-таки хотела бы Наталья Владимировна. Я плохо себя чувствую, я не могу прийти. Есть процедурные моменты, которые... Мы уже начали его на базе Адлерского района выполнять, да, и первыми были наши участники войны, которым было 100 лет, и мы приходили поздравлять их с днем рождения, это были ветераны, участники, которым было 95 лет, это в большой семейной атмосфере, в рамках дня рождения, также проходили вот такие торжественные вручения медалей к 70-летию Победы. Именно участников Великой Отечественной войны, основная задача которого вооруженных сил и правоохранительных органов Адлер-Домит души и сердца наших сочинцев. Ветеранские советы давали нам таких людей,